Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. Смотрите, какая красота. Все это досталось нам от Римской империи. А вот сегодня, всего в 3 километрах отсюда, силы Тигра начали операцию по штурму окрестных высот у села Киркат. Ну и лично нам это очень напоминает штурм Пальмиры. Рифаки туббат лабталь, ахвати ва абнаи лмухатилина шуджан. В иштимаи вужухикум тартасиму худуду лватан. ويسمو الإنسان بجوهره فأنتم يا أخوتي من سجدت لهم عتاق الصحراء وتهاوت من سطوتهم الغبراء أنتم أيها الأبطال بما أطعتم أنتم السابقون بما أطعتم والراغبون بما قصدتم ألويتم أصنام الكفر ومحوتم طاغوت الشر أنتم ملوك الميدان وأنتم فرسان الإيمان تضربون حصونهم ضرب الزوال من ذاتكم يرتجل الجهاد ويخطو السماح عاصفا هادرا Горная гряда Шахшибу окаймляет долину Аль-Габ с востока. Чтобы войска в Северной Хаме смогли продвинуться дальше, необходимо было зачистить как саму горную цепь, так и ее подножье. Силы Тигра начали огибать Шахшибу с низины. До конца весны трава еще не успевает высохнуть под южным солнцем. Все поля у оросительных каналов – это сплошная зеленка. В этих зарослях и засели группы боевиков, готовые встретить войска и потом отойти незамеченными беспилотниками. Поэтому перед тем, как броня и пехота отправятся на зачистку, в сотнях метров от них на упреждение била артиллерия и самолеты. Конечной целью наступления 15 мая стало небольшое село Хвейс. Его заняли еще до обеда. Но основные сложности были впереди. Окрестные высоты оставались под контролем боевиков. Там они выставили птуры и стали вести огонь по сирийским войскам в низине. Поэтому на следующий день боевые действия переместились уже в горы Шахшибу.
Войну в горах можно смело отнести к высшей категории военного искусства. Груды камней могут вполне заменить собой хорошие окопы. А тот, кто держит господствующие высоты, беспрепятственно наблюдает за местностью ниже по склону. Дороги же, если они вообще есть, пристрелены противником и могут быть заминированы. Первые позиции террористов начинались у каменоломни Шахшабу на северном склоне карьера. Силы «Тигра» выдвигались небольшими группами к горному селу Киркат. على البيوت. أنا نجلي في مجموعة بس للشاعر. قرب الباقي يا ضنا يلا. رفاق الضباط الأبطال، أخوة المقاتلين شجعان، أيها السيل الهادر والجمع السائر. أستأذن اليوم من رجولتكم سناء الحرف وكمال العطف وأقول لكم إنكم ماخذ الأمل ورجاء الأمة، فأعتاب الشهداء تنتظر من خطاكم منال حرمتها، وأجيال مجدنا تحدث أخباركم، لأنكم اليوم استثناء الوطن بكل ما فيه من بحره وسمائه وترابه وعلائه. يا شباب تعال في الجسد الله يحميكم. يلا شباب تشرب. Сирийские войска выдвинулись в сторону населенного пункта Каркат. Он находится на вершине горной гряды. Правительственные войска заняли первую цепь холмов, и там их встретили огнем боевики. Террористы располагают небольшими силами. Это снайперские пары, пулеметные расчеты. Но благодаря тому, что местность здесь холмистая, выкуривать их оттуда достаточно сложно. Первые высоты гор Шахшабу были идеальным местом для снайперских групп террористов. И на их подавление уходило немало времени. День перетек в ночь, а бои стихли только на рассвете. Операция в Северной Хаме началась 6 мая, и первый свой сокрушительный удар террористы получили в Кафр-Набуда. Этот укрепленный город расположен у самого основания так называемого Латаминского выступа. Фронт здесь существовал уже давно, а активно готовиться к наступлению сирийской армии в сторону Идлиба террористы начали более года назад. Но это им все равно не помогло. Кафр-Набуда был освобожден менее чем за сутки. И если быть честными, то в этом противостоянии у террористов не было ни единого шанса. Главная заслуга в этом – авиаразведки.
Из города Кафр-Набуда сирийским войскам открывались два направления в Северной Хаме. Одно – в сторону печально известного города Хан-Шейхун, а второе – выше по долине Аль-Габ, откуда террористы огнем РСЗО доставали до российской авиабазы Хмеймим. Войсковая операция сирийской армии в Северной Хаме развивалась в позитивном ключе. Всего за 11 дней наступления были освобождены такие города, как Аль-Бана, Аль-Хайдари, Ат-Тоуби, Шейх-Идрис, Калаат-Аль-Мудик, Расм-Аль-Ахмар, села Бабальтака, Аль-Туэни, Шария, Аль-Хармрат и Каркат. Под контроль перешли высоты Тель-Усман и Тель-Хаваш, каменоломня Джабаль-Шахшабо, фермы Мазарат-Джабани, Джабаль-Аль-Хария и Хвейс. А также был освобожден памятник античной культуры Апамея. Но в дела Сирии в очередной раз вмешалась большая политика. На заседании Совбеза ООН было принято решение приостановить боевые действия на 72 часа. Основным предлогом к такому решению стала якобы забота Запада о судьбах мирных жителей. Конечно, проблема потока беженцев из зоны боевых действий определенно существует. Но де-факто выгоду от временного прекращения авиаударов получили террористы. Изначально и сейчас они заявили, что отвергают любые переговоры. Теперь же боевики в течение 3 дней безнаказанно подтягивают подкрепления и зализывают раны. Обстрелы с их стороны не прекращаются. Именно эти люди посылают во время священного месяца Рамадан смертников для прорыва сирийской обороны. На фронт в Северную Хаму из Большого Идлиба прибывают все новые фанатики-джихадисты в надежде погибнуть и попасть в рай, как им это обещают их проповедники. Идеологическую и финансовую подпитку этого отребья со всего света осуществляют монархии Персидского залива, причем почти в открытую. Именно эта идея в свое время и породила ИГИЛ, и она же является стержнем для Аль-Каиды. Ее адепты режут головы и разрушают древнейшие памятники архитектуры, как это было с Пальмирой. Здесь, в Сирии, ей противостоят правительственные войска. Это та сила, которая стоит на страже светского государства и ценой немалых усилий возвращает мировому сообществу его наследие. Рифаки тубат л-абтал, ахвати аль-мукатилина шуджан, мухты он ман язуну анна л-хадафа, анна Идлиба хия л-хадаф, бал иннаха каидатун л-хадаф, вама табакка мин ватанина, ла якуллю азаматан амма мада. لذلك يا إخوتي ونكون حيث رجاء الوطن وحيث ترتفع الراحات وتعظم الدعوات كل الوطن من ورائكم والنصر من أمامكم ولا يتسع المكان بينهما إلا لأهل الخير وبناة الوطن консул Шамали. Вот это важный забор Калата Аммада. Вот Сур Шамали. Вот Сур Шамали. Там Вон Каркат. Там находится населенный пункт Каркат. Аннакуна джундан ауфия. Ли киядатина. Мутамассилатан би каиди ватанина лазим. Ал каид муфадда. Ассейид раис альфарик. بشار حافظ الأسد كل التقدير لأهلنا في روسيا والجيش الروسي العظيم والقيادة الروسية الكريمة وعلى رأس السيد الرئيس بوتين برا بالدم نفديك يا بشار برا بالدم نفديك يا بشار شكرا روسيا شكرا روسيا شكرا روسيا شكرا روسيا Спасибо.